понадобилось нам определить центр круга. На самом деле это не так просто сделать, как кажется. Можно очень долго вымерять при помощи линейки середину, но все равно точно вы не найдете центр круга. Существуют различные методы для определения центра круга, но все они достаточно сложны. Ну вот, например, вот здесь показан один из методов, когда проводится достаточно много окружностей, проводятся линии, которые пересекают центр окружности и линии пересечения. В конечном итоге находится центр. Но все это долго и достаточно сложно. Поэтому мы изготовили вот такое достаточно простое приспособление для определения центра круга. Оно состоит из основания, которое представляет собой угол 90 градусов. И сверху прикручен шурупами и обязательно посажен на клей, чтобы не разболтался, треугольник с углом 45 градусов. Определяется это очень просто. То есть мы берем это приспособление, прикладываем основание к кругу, проводим линию. Затем поворачиваем на любое количество градусов, можно на 90, можно на меньше, проводим вторую линию. Вот мы точно определили центр нашего круга. Мы можем проводить сколь угодно линий под разными углами, но все они пересекутся в одной и той же точке. Вот это очень такое простое и полезное приспособление для того, чтобы определить центр существующего круга, который нарисован не циркулем, а при помощи шаблона.